Грузия. В Тбилиси тысячи людей добровольно вышли на уборку после наводнения. Работу грязную и подчас сопряженную с ужасами. Команда добровольцев 18 июня обнаружила еще одно тело, на этот раз 25-летней женщины. Число погибших возросло до 19. Трое до сих пор числятся пропавшими без вести. Тем временем глава зоопарка был вызван на допрос после того, как сбежавший тигр убил человека накануне. Армянские демонстранты собрались у здания правительства в Ереване в знак протеста против запланированного повышения цен на электроэнергию. Протестующие бросали яйца и помидоры, требуя от комиссии по установлению цен прекратить текущее заседание и отказаться от подорожания. Таджикистан. Командующие пограничными войсками СНГ на встрече в Душанбе обсудили укрепление безопасности на таджикско-афганской границе. По словам официального представителя Таджикистана, на этой пограничной полосе затрагиваются интересы безопасности всех государств-членов СНГ. 19 июня делегаты посетят границу, чтобы воочию познакомиться с ситуацией. Пакистан. В городе Пешаваре на северо-западе страны священнослужитель объявил о начале Рамадана на следующий день после сбора имен людей, заявивших, что они видели новую луну, которая предвещает начало священного месяца. Поступая таким образом, муфтий Шахабуддин Папалзай сорвал общепакистанские усилия правительства начать соблюдать Рамадан в тот же день. Точная дата Рамадана является давним предметом спора в Пакистане, где север страны часто начинает на день раньше. Молдова. Демонстранты собрались в Кишиневе у Национального центра по борьбе с коррупцией, требуя дальнейшего расследования того, каким образом из трех банков исчез миллиард долларов. Деньги, пропавшие незадолго до выборов в ноябре прошлого года, составляют около 1/5 валового внутреннего продукта Молдовы. Протест состоялся через несколько дней после местных выборов, в ходе которых один из главных подозреваемых по делу был избран в городской совет. Косово. Небольшая акция протеста состоялась в Приштине у посольства Словении в связи с задержанием в аэропорту Любляны бывшего премьер-министра Косово Рамуша Харадиная. Харадинай был арестован на основании сербского ордера на арест 2004 года. Он также был обвинен в 2004 году в военных преступлениях Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии, но впоследствии оправдан.